Санкт-Петербургский «Зенит» вновь стал чемпионом России. Команда из северной столицы доминирует в нашем чемпионате и сейчас штампует золотые медали, штампует чемпионство примерно так же, как «Спартак» в 90-е. В общем, появилась у нас теперь новая такая команда, которая смогла стать династией, коллективом, который выдал несколько чемпионских сезонов подряд, и пока что, по-моему, эта команда не собирается останавливаться. Судя по тем ресурсам и возможностям, которые есть у команды из северной столицы, они и дальше будут главными претендентами на золотые медали. Причем, что особенно приятно для многих болельщиков «Зенита», то, что чемпионство было оформлено в достаточно принципиальном матче против «Локомотива», против столичной команды. Да, это, конечно, не так круто, как выиграть чемпионат в матче со «Спартаком», о чем говорили многие. Но зато, знаете, это произошло в Санкт-Петербурге. Все-таки матч со «Спартаком» планировался в Москве, и это было бы тоже по-своему неплохо, так скажем, добыть золото в логове неприятеля. Но, знаете, сейчас «Зенит» устроил настоящий праздник своему городу, Санкт-Петербургу, и, конечно же, чемпионство, добытое на своем поле, это тоже очень круто. Ну и давайте сейчас уже перейдем к обзору матча, потому что встреча получилась событийная, интересная, и давайте разберем, каким образом сине-бело-голубые одолели красно-зеленых. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор – компания BaldBet, которая предлагает вам специальную акцию, специально для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии, зарегистрируетесь на сайте BaldBet, а также введете промокод, который также указан здесь, в закрепленном комментарии, то вы получите бонус. 3 бесплатные ставки. Дерзайте, ребят. Это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Ну а мы переходим к стартовым составам играющих команд. И здесь, ну, скажем так, было ощущение, что одна команда имеет задачи, причем конкретные, выиграть чемпионство здесь и сейчас на своем поле в матче с «Локомотивом», а у других уже пошел тот самый эпизод сезона, когда можно позволить эксперименты себе. Ну, потому что, когда на скамейке запасных остаются футболисты, которые покупались за большие деньги, которые подписывались как игроки для стартовой обоймы, а в основе вместо них выходят молодые ребята, которые вот только-только начали пробиваться в стартовый состав, но это, наверное, говорит о том, что уже реальных задач нет, почему бы не дать шанс молодым пацанам. Это, знаете, как Краснодар, который, кстати, тоже против «Зенита» недавно вышел в не самом оптимальном сочетании и выпустил многих молодых футболистов. Вот и здесь, как я уже сказал, в основе не было ни, например, Тикнезиана, ни того же самого Бека-Бека, не было Рыбчинского, который мог бы появиться на фланге обороны, не было Миранчука и Маккеева, потому что оба после травм, оба в строю, оба были готовы сыграть, но решили не рисковать, потому что зачем? Ну, потому что сейчас «Локомотив» на Еврокубки не претендует, нас там не будет в принципе, за чемпионство «Локомотив» не борется, это единственная реальная цель, которая есть сейчас в нашем чемпионате, за вылет тоже не борется, поэтому почему бы не дать шанс, ну, вот такой вот молодой полузащите, где есть Карпукас, Петров и вместе с ними опытнейший Баринов. Ну, why not, как говорят англичане, почему бы не попробовать такой вариант полузащиты. Тем более, что ребята интересные, перспективные, действительно, почему бы и нет. И показали себя, кстати, неплохо. В обороне Мампаси, Едвой в центре защиты, опять же, молодой Мампаси, а не более проверенный Маккеев, не стали рисковать футболистом, который недавно был травмирован. На флангах Рыбу с Нинахов, на воротах Гильерме. Вот нужно было, мне кажется, еще Худякова выпустить на воротах, для того, чтобы совсем было очевидно, что вот этот матч, где оцениваются такие, знаете, ближайшие резервы команды и будущее коллектива. А вот в атаке лучшие, наверное, силы на данный момент Кирк, здесь же Жемалетдинов, здесь же Изидор. Ну, понятное дело, что нету здесь Кухты, потому что дисквалификацию получил, но, тем не менее, здесь уже были выпущены все лучшие силы, ну, в том числе потому, что каких-то молодых суперталантов в атаке «Локомотива» особо нет, для того, чтобы их здесь разбирать и анализировать. В первую очередь, конечно, в полузащите и обороне использовали молодых ребят вроде Нинахова, Мампаси, Карпукаса и того же самого Петрова. Здесь вот именно в полузащите и обороне использовал Локомотив своих молодых ребят. Что касается «Зенит», Кержаков на воротах, в центре защиты тройка в лице Алипа, здесь же Вильмара Барриоса и здесь же Чистякова. Дуглас Сантос ужас на левом фланге, наконец-то его начали использовать на родной позиции, а то в центре защиты, то в опорной зоне, то еще где-то. Ну и на правом фланге Кузяев. Вот, знаете, показывает «Зенит» гибкость своего состава. Казалось бы, нет трех ведущих крайних защитников, которые закрывали бровки у «Зенита» в этом сезоне. Нету в стартовом составе по разным причинам ни Кругового, ни Караваева, ни Сутормина. И все равно находятся футболисты, которые способны закрывать здесь фланги, без вот этих трех игроков сборной России. В общем, мне кажется, это лишний раз подчеркивает то, насколько превосходит «Зенит» своих соперников в плане класса исполнителей и в плане ширины скамейки. Вендел, Клаудиньо в центре поля, опять же, сверхатакующее сочетание, потому что здесь нету чистого опорника и фактически два креативщика. Ну и впереди Альберто, Малком и Сергеев. В общем, атакующий, наступательный, дерзкий состав. Ну и хотелось бы отметить, что «Зениту» пришлось практически весь этот матч идти в наступление, потому что игра началась не лучшим образом для сине-бело-голубых. Михаил Кержаков в совместном творчестве с Алипом учудили. Учудили по полной программе, Алип неудачную передачу выдал, после чего его даже заменили на втором тайме, его мы не увидели. Ну а Кержаков тоже здесь неудачно отыграл, и в итоге подарили гол Кирку. Капитан Кирк не подвел здесь Локомотив и вывел красно-зеленых вперед. Таким образом, вот этот чемпионский матч для «Зенита» начался максимально неудачно. И вообще удивительное дело, я об этом говорил в недавнем ролике про матч «Динамо-Урал». Получается, у двух лучших сейчас команд России очень проблемные голкиперы. Что Шунин, что Кержаков. Что один косячит, что другой. Но там, где Шунин накосячил, там «Динамо» проиграла, а вот там, где Кержаков начудил, там «Зенит» за счет потрясающей атаки просто забил больше, чем соперник. Ну, тот самый случай, когда вы забьете сколько сможете, мы сколько захотим. Бразильская система. Тем более, что верховодят в атаке «Зенита» бразильцы. И вот в оставшейся части встречи «Зенит» просто переламывал, перемалывал, уничтожал, используйте какие хотите глаголы, «Локомотив». На поле была просто одна команда. Да, «Локомотив» периодически огрызался. У Кирка был хороший шанс, там они с Изидором могли забить еще один мяч и снова вывести вперед Локомотив после того, как «Зенит» сравнял счет. Но вот, знаете, вот эти ситуативные, единичные вспышки, это все, на что хватило здесь красно-зеленых. Команде все-таки много чего не хватает. Не хватает стабильности состава, потому что, как я уже сказал, очень сильно меняется он в последнее время. Не хватает надежной обороны, не хватает креативной составляющей. Вот Антон Миранчук вернулся в этом матче, наконец-то, после травмы. Ну, возможно, он что-то привнесет, потому что Жемалетдинов в этой части сезона, но это не тот Жемалетдинов, который был раньше. Изидор, ну, без Кухты, он как-то потерялся, на мой взгляд, в последнее время, потому что Кухта, хоть и не забивал столько, сколько Изидор, но очень много на себя отвлекал внимание, и в результате получилась ситуация, что у «Локомотива» просто нет конструктивных сил впереди, чтобы взламывать оборону «Зенита». Не идеальную оборону, где Алип может накосячить, и другие футболисты тоже могут привести в необязательные ситуации, но «Локомотив» сейчас, при всем уважении, не настолько отстроен, не настолько организован, чтобы взламывать соперника. И потеря нескольких исполнителей, ну, она вот сразу становится заметной для красно-зеленых. Нету здесь того же самого Кухты, все. Изидор остается в одиночке одиноким форвардом, его постоянно накрывают. Нету долгое время Антона Миранчука, только вот сейчас вернулся. Не хватает креативных сил. Жемалетдинов не в форме, опять же все. Считайте, креативных сил не хватает. А в центре поля Петров, Карпукас и Баринов, но Это футболисты, ну, как бы сказать, это тройка полузащитников очень оборонительная, нацеленная в первую очередь на разрушение. И неудивительно, что они не справились с задачей переиграть «Зенит» и создать здесь нужное количество опасных моментов. При этом они бились, сражались, и никаких вопросов к настрою «Локомотива» и к боевитости вот этих молодых парней, но одно дело там рубиться в опорной зоне, и в этом плане «Локомотив» был неплох, другое дело создавать моменты. Так что здесь ситуация была предельно ясна. «Зенит» просто доминировал, «Зенит» был сильнее, «Зенит» забил больше трех мячей, просто некоторые не засчитывали, и куда важнее, что «Зенит» очень легко взламывал оборону соперника, причем по-разному. Бывали моменты, когда «Зенит» в позиционной атаке великолепно раскидывал, передачи, и здесь и Сергеев верховодил атакой. В отсутствии Дзюбы, по-моему, атака ничуть не хуже стала у санкт-петербуржцев. И Малком золотой мяч оформил, фактически победный гол-то его. Он сделал 2-1. И тот же самый Йой Альберто с его голевой скидкой, и Клаудиньо с очередной результативной передачей. И, повторяю, забитые мячи разные. И на скорости, и в позиционке, и стандарты «Зенит» тоже использовал неплохо. И, в принципе, по этой встрече было видно, где чемпионская команда, а где нет. При всем уважении к «Локомотиву», но на данный момент их команда, конечно, чудовищно уступает «Зениту» в плане класса исполнителей. На стороне «Зенита» опыт, на стороне «Зенита» бразильские кудесники мяча, на стороне «Локомотива» перспективная молодежь, которая в будущем, может быть, подрастет и в будущем, может быть, станет вот такой реальной силой, способной бросить вызов «Зениту», но когда это произойдет, неизвестно. А «Зенит» здесь сейчас сильнейшая команда России. И в этой встрече, ну, у меня не было никаких сомнений, что «Зенит» в итоге додавит «Локомотив». Вот даже в тот момент, когда Кержаков и Алип совместно привезли мяч к своим воротам. Тем более, что и на второй тайм, понимаете, у «Зенита» такая мощь на скамейке запасных, когда там Круговой, Мостовой, Аздоев, Дзюба и Ерохин выходят со скамейки. 5 игроков сборной России. Ну, какие могут быть варианты? Даже при том, что и у «Локомотива»-то неплохой резерв. Но, понимаете, резерв-то у них не самый атакующий оказался. Потому что Мардишвили и Бека-Бека, вышедшие последними игроками, причем вышедшие уже при счете 3-1 в пользу «Зенита», но это тоже о многом говорит. Когда счет 3-1 в пользу соперника, ты фактически выпускаешь двух, ну, больше разрушителей, чем креативщиков. Пускай Мардишвили готов играть ближе к атаке, но это, опять же, футболист не чисто атакующий. И когда у одного выходят сборники российские, а у тебя продолжает выходить та же самая молодежь, но только чуть опытнее, вроде Бека-Бека и Мардишвили, ну, понятное дело, что исход встречи будет предрешен. 3-1. Убедительная победа «Зенита» по факту, хоть они и пропустили очень быстро. «Локомотиву», конечно, нужно еще прибавлять и расти, но, знаете, для того, чтобы добавить ложку меда в бочку дегтя для фанатов красно-зеленых, ребята у них перспективные, боевитые, по-хорошему, по-спортивному злобные. Думаю, из этой команды может выйти толк. Ну а пока «Зенит» чемпион.